الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. Четвертый столб из столбов ислама это пост в месяц Рамадан. الصيام ينقسم إلى قسمين. صيام он делится пост делится на два вида. فريضة ونافلة. Это обязательный пост и дополнительный. من صيام الفريضة صيام شهر رمضان. К обязательному посту относится пост в месяц Рамадан. يجب صيام رمضان على المسلم. Пост в месяц Рамадан обязан соблюдать человек, который является первым мусульманином. العاقل. Второе, он обладает рассудком здравым, то есть не является умалишенным. البالغ الكبير ليس الصغير. Третье условие, что это человек совершеннолетний, то есть не маленький. القادر خرج بهذا العاجز عن الصيام لكبر السن أو مرض. Четвертое условие, человек способный поститься. То есть человек, который не в состоянии поститься из-за старости или болезни, на него не распространяется эта обязанность. يجب الصيام على المستوطن غير المسافر. Пост является обязательным для человека, который живет где-то, находится в своей местности, а не является мусафиром, не является путником. نعم وألا تكون المرأة لديها حيض أو نفاس. И шестое условие у женщины, если у нее, например, менструальный цикл сейчас месячные или у нее послеродовое кровотечение, то она не должна соблюдать пост. يمسك عن المفطرات عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب. Пост заключается в том, что ты должен отказаться от всех вещей, которые нарушают его, от восхода утренней зари и до заката солнца, до вечернего азана.